Esti con mamma. Zero voci di massa e qua, si sperio di rodi sa super zista. Ne se adesso su grosso. Ne se adesso su grosso. Сегодня в России вступил в силу полный запрет на ввоз растительной продукции из Абхазии. Об этом сказано в сообщении Россельхознадзора. Речь идет об экспорте фруктов и орехов из соседней республики. Запрет введен для того, чтобы предотвратить попадание на территорию России коричневого мраморного клопа. Сегодня стало известно, что ограничения на ввоз абхазских овощей и фруктов снимаются. Такое решение принял Россельхознадзор. Мораторий продлился недолго. Запрет на поставки товаров растительного типа, многооборотные тары и орехов начали действовать в этот понедельник. Родесац ор апрельс хебулопс Россельхознадзори агрзалвас, ром Абхазети дан агрзалвас гаргоули сасопусамеуна продукции шетана русечи, холо экус апрельс тависиве гадацкодилебас аукмепс, да амасабралепс ром титхос паросанас, саки азиури паросанас проблем Абхазечи могуаребулия. Я сразу понял, что это не реальный бас, реальный сурат. Да, сейчас я сам себя трахать, как бы политику сорчил сатарепс. Сейчас я сам себя трес, чем ведь это Россельхознадзор, специалисты в импопе, биан сакартулоши. Сакартулос, а это политику, когда ты делаешь, сус, амуцхебис, амуцхебиска. Сейчас я сам себя тарвить, сидра, шедегепс, шейлеба, икнис, самому малую тлапарки.